привет! Сегодня мы будем готовить картофельные блинчики, или, как в народе их называют, драники. Что нам для этого понадобится? Очищенный сырой картофель, яйцо, мука, соль и один зубчик чеснока. Для начала натираем картофель на терочке. Лучше всего натирать на маленькой терке, тогда блинчики будут намного сочнее и вкуснее. Так, картошечку я натерла. У меня было примерно 15 небольших средних картофелей. Теперь можно добавлять яйца. На 15 картофелин я добавляю 2 яйца. Будет более чем достаточно. Можно выжать зубчик чеснока для аромата наших блинчиков. Так, добавляем соль. Примерно пол столовой ложечки и муку. Где-то 3 столовые ложки будет достаточно. Теперь тщательно все это дело перемешиваем для получения однородной массы. И начинаем жарить наши блинчики. Включаем плиту. Если у вас плита индукционная, можно жарить на 7-м режиме. Когда блины будут подгорать и будут быстро жариться. Наливаем масло. Немножечко подождать, чтобы плита нагрелась. И выкладываем первую партию. Берем столовую ложечку полученной смеси. Ложим на сковородку. И ложкой размазываем, чтобы блинчик получился как можно тоньше. Они будут хрустящими и вкусными. Блинчики жарятся достаточно быстро, приблизительно минута с каждой стороны. Переворачиваем, обжариваем со второй стороны. И ждем, пока не дожарится. Жарим блинчики до золотистой корочки и выкладываем в миску. Главное накрыть миску какой-нибудь тарелкой, чтобы блинчики сохраняли тепло и были мягенькими. Блинчики готовы. Всем приятного аппетита!